Ну что, ребята, готовы к фотожабам? Ой, ну поехали, господи. Опять говна мне тут накидали. Я сразу говорю, все, теперь в просмотре фотожаб я жесток. Теперь я показываю вам только максимально годные фотожабы. То есть, если вдруг чел просто налепил меня, блядь, на видеокарту, то я это, наверное, показывать не буду. Или, да, блядь, на Владов Савельева. Ну, то есть, вот, да, ну вот. То есть, как бы, знаете, тут разные есть фотожабы. То есть фотожабы такие вот, ребят, смотрите. Дмитрий Анатольевич с моей инфити. Вот, нарисовал, типа, вот. Или, блядь, вот. Агрессивный Бэба. Бэба жесткий, алчный, лживый. Но для меня они все равно лучше подписчиков. Бэба и Хродичи ББ — это чрезвычайно редкие лесные фарш, которые сочетают все карты черты коммунизма и капитализма. Обычно они безвредные, их контакты с людьми ограничиваются не опасными, но довольно жестокими байтами на донат и поеданием урожая на поле. Вот меня прифотошопили на пчелу. В полосатых штанах и с красными кроссовками. Вот, прошу, смотрите. Алиса Тян нарисовала. ББ, настоящий гигачат, ЗОЖ, четырехразовое питание, ни фури, ни фашист, ни аферист, адекватный, абсолютно разумный, любит фотожабы. Бэбс, байтин, смотрите, вот, что это, блядь? У него даже туловища нет, и он лысый. Байтин на донат, мечтает быть в фури, блядь, радикально прав, блядь, аферистка, все в пизду. Вот что это? Прифотошопил меня, блядь, на скорпион. Притом, смотрите, мои пальцы... Вместо клешней и кроссовок, и нос вместо... Нос вместо ужала. Ой, психопаты, блядь. И все в чате ха-ха-ха, блядь. Ха-ха. Вот, смотрите, вот. Хотите вообще вот, ну, ужас испытать, ребята? Тут даже музыку поставили. Смотрите, пост называется «Стерлитамак». На самом деле, я не раз представлял себе, что... Я представлял себе, что будет, если вдруг в будущем, где-то в огромной старости, я буду все так же стримить с вами и общаться. То есть, представьте себе, будет вот так же вот идти стрим, только я буду очень старый. Я не знаю, типа, знаете, если у кого-то вдруг есть фейсап, попробуйте, короче, взять мое ебало, типа вот. Вот мое ебало. И отфотошопьте его там в старом фильтре, типа, я где... Знаете, с каким-нибудь таким старым ебалом, с таким дряхлым, с таким... Типа... И смотрю в сторону чата такой. И типа, знаете. И начинаю там постарчески так звучать. И играет такая музыка на заднем плане. Мол. Привет! Мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я. И сегодня мы с вами будем играть в Террария 2 Calamity мод. Сегодня мы с вами продолжим траить принцессу слизней. Что? Что значит Террария 2 вышла 20 лет назад? В смысле? В смысле мы ее уже проходили? Я не понимаю, чат. В смысле мы уже проходили принцессу слизней? Чат, вы меня опять наебываете. Я вам, чат, не верю больше. Я вам... И стрим заканчивается на этом. И я заканчиваю, знаете, стрим смачным таким. И все, это последний стрим на канале Дикрастрим, ребят. Тут Александр с фамилией Скукин прифотошопил меня на две, на башни близнецы. И рядом летит кроссовок. Я не буду это показывать. Вот, как я предсказывал. Чел меня, блядь, налепил на видеокарту. Психопат Антон Руди. Смотрите, что он сделал. Он вырезал просто вот мой голос.
по делу. Так что давайте просто представим, что этого ролика никогда не было, окей? Окей. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные дети космоса. С вами я, ваш верный друг Бебей. Бебей. Еще я? Ничтожество. По жизни я не только очень талантливый шитпостер, но еще и фанат Ведьмака, который очень даже... Я наделал фотоджаб! Я наделал фотожаб. Вы чувствуете тяжесть грехов за ваши фотожабы. Найди 10 отличий. Юля Металкор, это что? У меня даже не похоже на избушку на курьих ножках. У меня тут купол стеклянный есть и на 4 опорах стоит. Это не близко, переделывай. Блять, Юля Металкор, ты так прикалываешься надо мной, да? Вот тут мой классный санаторий, теремок, и это что такое? Очень нехорошее место, я прям чувствую это вот нехорошее. Ой, блядь, и все. И вот мы приблизились, драник. Он специально в выходной день, когда мы не стоим, походу просто наделывает кучу фотожаб и просто начинает их выкладывать. Вот просто одна за одной, вот. Он меня налепил на короля слизней. Как обычно, глаза вверх ногами, волосы мои добавил, все дела. Тут налепил на Рика и Морти, ну, точнее, просто на Морти, который ростом 153 сантиметра. Пиздец. Глиномышц Яйцеслав Карлович. Пол Дворф. Дата рождения 20.04.2004. Поселок Нищуганово, легитимный Израиль. Блять, еще так фотку мою обработал. Я тут так неестественно странно выгляжу, блять, я молодой без бороды. Пиздец. Не, наоборот, да, я сейчас элькарнитин пью, драник. Я пью нормально, и со мной все хорошо. И меня ничего не этот самый. Вот, смотрите, ребята. Драник меня перефотошопил на шампиньон. Чем мне нравятся кроссовки Бабая? Самое, что смешное, вот мои кроссы, блядь, которые вы обозвали носками с подошвой, кричат на красный кроссовок. Да, у меня носки с уточками, я фоткал свои носки. В зале у меня были носки с уточками. ББ против королевы слизней, как он сам говорил. Ну-ка. Тот самый Артём, помните его прошлый ролик по Undertale? Вот, ребята, что сейчас делает. Так убей меня опять, ведь ты же можешь, но избежать конца плохого очень хочешь. Пишу я, что утомили битвы эти, но вернусь я даже после смерти, победу мне отдать. Пиздец. Представьте себе ночь. Вы пошли пописать. Вы писаете, и сзади на вас так. И такая потная, тяжелая рука ложится вам на плечо. И так в ухо. И вы понимаете, что в предыдущий стрим по Террарии вы так и не задонатили. И пришло время об этом пожалеть. Блять, я вам больше не буду рассказывать свои истории никакие. Блять. Я вам больше ничего рассказывать не буду, ребят. Вот для вас это каждый раз повод меня к чему-то отфотошопить. Ну, кстати, канистра была почти такая же. Вот, смотрите. Бепса Краб. Как там эти звучали? Боди-хоррор. Да реально боди-хоррор, блядь. Новый смайлик. Кал из кактуса. Это типа шутка, то, что я сегодня делал дом из кактуса? Пиздец. О, ребята, поехали. Новый просмотр, ребята, страшных картинок. Погнали, ребята.
Просто. ทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้หนี้ทำงานкакая же ты падаль, блядь. Блядь. Нюпа, они когда узнали, что ультраправые взгляды ББ? Это просто мем. Баба-буй. А ты никогда не бывал в турецкой тюрьме? Бля, мощь силы земли, блядь. Первобытная мощь, нах, сука. Как... Блядь, это та история, когда я рассказывал. Каждый раз Бибурат говорит, что ничего больше не будет рассказывать, а на следующий стрим выдает очередную колстари про то, как он обосрался. Или показывает свои новые факты. Я один раз только рассказал, как меня пронесло после Эль-Карнитина. Все. После этого никаких таких историй, блядь, не было. А все остальные люди в моих историях, это уже другие люди, которые обсирались. Так вот, для тех, кто не помнит, это та история, то, что я... Я люблю в душе после раздевалки принимать контрастный душ. И дабы контрастный душ воспринимался легче, да, говорят же правильно, если материться, то боль и прочее будет переноситься гораздо легче. Если материться, ругаться и говорить просто всякие вещи, то боль будет переноситься гораздо легче. И я поэтому часто, когда моюсь в душ, я, знаете, я там звучу, говорю, типа, ох, блядь, какой же я мощный, блядь, сила первобытная там в моих руках. Тыры-пыры там, говорю, ой, хуй, пизда, блядь, ля-ля-та-паля. И там была история, то, что... Ну, я и говорю, да. То, что однажды, в один момент, когда я так умывался и матерился, я не заметил, как в душе со мной пришел умываться совершенно другой чел. Это вот буквально про это. Ну, блядь, ладно, два раза рассказал. Ну и все, и я на этом молчу. Блять, и зря я вам рассказал про свои генетические тесты, блять, теперь реально... Не, ну, кстати, благо меня никто монголом-то не называет. Меня вместо этого теперь просто называют Жекой. Ну, типа, меня не называют Жека 5 минут, блять, и все, я монгол. Модеры, которые уже работают 5 лет за колбасу и ньются бабой. Нет, кстати, за колбасу и ньются они тоже не получают. Ну, ты да, но ты не модер, по сути. Ну, ты не работаешь модером. Ну, ну ты банишь? Ну все, тогда ладно, молчу. Всю, я тебе сейчас по жопе дам. Все. Я мужик в этом доме, поняла? Я мужик в этом доме. Я мужик в этом доме, но ты... Все, я мужик в этом доме. Я не насильник, не тиран. Скажи, что я не тиран, что я не абьюзер. Не знаю. Что значит ничего не знаешь? Скажи то, что я не тиран и не абьюзер. А что ты мне приказываешь, что говорить? О, пожалуйста, скажи, что я не тиран и не абьюзер. А теперь уже пришли на это, да? Да. Видите, как он меня абьюзит? Да. Тирекс. Нет, ничего такого не было, София Хомич. Нет, это я даже не близ... Нет, это она за ним ухаживает и учит всякому, кормит там тыры-пыры и прочее, все. Что заказывает ББ в Хактональдсе? В Макдональдсе Happy Meal. Не, кстати, ну в таком арте она прям очень даже милая, прям, ля-ля-то-поля. Получай бензин.
Да не так, ну нет, ну я не говорил получай, ну да, примерно так и было, только я не был в красных. Что? МББ топор мяукнул. Дурак твой, Буби. Мяу-мур, сруби. Ты зачем нарисовал топор с сиськами? Ты нахуя топор с сиськами нарисовал? Блядь. Это что? Я не знаю, это что вообще? Это что? Я даже примерно понять не могу, что это. Я не знаю, что это. Что это, блядь? Что с вами не так? Что вы вообще со мной? Блядь. Ну, кстати, да, к 30-му стриму по Террари я примерно так и буду выглядеть, ребят. Ой, господи. Господи. И вы демоны вообще. Вам осталось только меня на сатану наклеить, я не знаю. Пиздец. Ой, бля. Чудо-яхоты, бакросы. Дураки, бля. Ой, блядь. Кот пердит шок. Блядь. А это что у нас? Блять, ну вы заебали, ну что это? Ну что это? На этих огров из Total War Warhammer 3 меня нацепил. Притом тут куча элькарнитина внизу. Посох, блять, из красных кроссовок. И вместо куска мяса, блять, наш попугай. Причем здесь кукич вообще? Зачем попугай нам, блять? Кресло ББ снова ведет стрим. Зритель, зритель, цок-цок-цок, зритель. Ну это бан, Андрюха, модератор и кровожадный рисователь фурии. Я твой донат, Савит Шаталь. Блять, Антон Павлов, на самом деле это смешно, но вот этот отрывок у меня в будущем ролике есть по монтажу. Я там уже его вставил. Вот что это, смотри. Что это? Он фотошопил меня на вот этот белый дом. Фотошопил мои носы к танкам. Блять, я уже просто не понимаю вообще, на чем меня хуярить? Это что такое? Evil Within 2? Пиздец. Ребят, у меня реально уже... Вы понимаете, тут было 2 часа назад. Я уже боюсь представить, что будет, когда я до самого конца прокручу. Я нажму обновить страницу. Секс-игрушка нормального человека, ББМ. Это... Блять, вот я специально весь стрим старался строить домики, креативил, но под конец меня это заебало, потому что вы, мой креатив, нихуя не ценили. Баба и донатик, чатик. Андрюх. Ну, я не знаю, ребят, у меня нет сил вам это показывать. У меня нет сил это никак комментировать. Ну, вот что это? Ну, нацепил ты меня, блядь, на какой-то плотоядный цветок, блядь. И вместо листов нацепил мою бороду, мое ебало нацепил. И цветок еще к тому же пузатый не умещается сюда. А что мне вот про это вообще вам сказать? Вот, ну, это же дурка, это шизня, блядь. Ну, это шизо. Это никак нельзя комментировать. Блядь, пиздец, Антон Павлов просто как просто, блядь, фрезерный станок просто один за другим присылает фотожабы. Я просто жду, когда они кончатся. Блядь, пиздец, он мои зубы в два ряда поставил. Представляете себе? Нет, ну это было не так. Я его просто столкнул с балкона. Я его просто вот так... Я его даже не держал за руки. Просто на, блядь. Тот полетел вниз вперед. Ребят, хватит. Хватит обыгрывать тему стилиста и рыбака. Ребята. Не лезьте в это. Блять, и вот дальше, ребята. Учит всякому. Я боюсь себе представить, откуда это взято, если у этого рисунка продолжение, ребят. Не надо. Два афериста встретились. Зачем он аферист? Он просто налоги собирает. Вот и все. Вот показал, как я употребляю Настину хавку. Меня сделали ББ Харконин.
Ну хотя бы не лысым и без бороды сделали. Это уже радостно хотя бы. Шутка типа аналог хоррора называется ролик. Блять. Он реально запарился, сделал банки с имбой. Во сне, каждую ночь я вижу это. Ой, блядь, вот сказал, вот один раз показал то, что я когда хаваю, я похож на барона Харконина. Блядь, меня налепили на барона Харконина из Дюны Дэвида Линч. Вот, смотрите, Протурнакс, один из наших постоянных зрителей, налепил меня на химический завод. Вот, смотрите, вот меня сейчас троллируют. Ну шо, любитель шатакончика, нравится? Я не знаю, что это. Я и не хочу знать, что это. Я не знаю, что это за персонажи, но я, допустим... Дорогой, пришло время обить королеву слизней. Да, дорогая. Ну-ка. Обещанная львиная фотожаба. Давайте-ка посмотрим. Фотожаба готова, вождя. Ждем твоей реакции. Не забудь обновить предложку. А знаешь что, чат? Сегодня не будет никаких фотожаб. Мы трудились над этим долгие несколько дней, и вышло как? А вот БВЦ, не скажи, как вышло. Но в данной перепевке идет вообще не БВЦ чатик, как это было в мультфильме с львом и гиенами. Это не там, где... типа, мы убьем короля. Оригинальные песни. Да. Я помню, часто слушал песни злодеев, и это была одна из моих любимейших. В данной перепевке за исполнением Рома Коротков нарисован арт за моим авторством. Готовим на следующие разы посты с артами, перепевками про Шаман Кингу и покемонов. Спасибо, что вдохновляешь вас. И мы ни капли не жалеем, что стали частью твоего комьюнити. Эй! Ну давайте, сейчас послушаем. Подписчиков в чате тьмы омут. Не могут они все понять. Глаза мои больше не могут. Блять, он реально как лютик звучит, сука. Он реально звучит как лютик. Блять, он реально звучит как лютик. Смотреть фотожабы опять. Вы можете только смеяться. Руина меня обзывает. Ну да, вы можете только смеяться руинами. Вы можете только смеяться, блядь, руины меня называть, блядь. Ну, блядь. Ой. Иди нахуй, блядь. Над ростом моим издеваться. Да. Меня на подряд все клепать. Но я рад активу от чата.
ласкает звук шекель и слух. От звуков доната в душе прям отряда. Подсказывать будем, не просил я совета. При этом расклады не будет в накладе. Ни один, кто со мной смотрит стрим. Буду я ханту сердце держать, стрим опять. Не, ну реально, кстати, оригинал охуенный был, но... Вот что самое забавное в этой песне, она и в оригинале охуенная, она и в переводе охуенная была, но и тут охуенно ее перепели, ну-ка. Господи, как Лютик хорош. Клянемся, пока открыт Ютуб, вождя своего обожать. Победа близка и должны вы теперь для меня помолчать. Видосы мои успокоят, решу фотожабы открыть. А вот без меня вам лишь стоит Ютубу дорогу забыть. Готовьтесь увидеть, что раньше не видели вы никогда. Мой ум и упорство раздавят всех монстров. И нету сомнения, что в это мгновение чат поймет, ты чего я хорош. Всех врагов буду я побеждать, стрим опять. А я, между прочим, разъебал, блядь, сегодня королеву. Не, ну слушай, Лютик хорошо поет. Лютик хорошо поет. Не спорю. Мне только интересно, откуда минус был взят, честно говоря. Я когда включил, поначалу я испугался, что сейчас по авторским правам ёбнут, но музыка совсем не была похожа из «Короля льва», честно говоря. Мне прям очень интересно, как в перепеве Ведьмаку будет заплатить эти чеканные монеты. Я, конечно, не великий архитектор БВ, но для выживания покатит. Не, ну прикольно сделано, прикольно. Но у меня, конечно же, в разы лучше, как бы, но... Ну, у тебя тоже пойдет там в таком китайском стиле. Прикольненько. Прикольненько. Яхонта меня нацепили. Трапезный. Молодец, Вадим Техмант. Вот на этом мне охота, честно говоря, вырубать, ребят. Ну. Мне охота вот вырубать вот в эти моменты, потому что ну, нацепить меня на туалетную бумагу... Зачем? За что вообще? Вот о чем вы думали? Цеплять меня на туалетную бумагу? Вообще, что у вас в голове происходит такие моменты? Мне чел скинул документ, расчет плотности Зиги, блядь. Тут буквально расчет плотности Зиги. Жил на свете волшебник, у него было великое множество неродных детей. Гоблинов-оборванцев, брезгующих читать, но приносящих каждую найденную книгу в его руки, чтобы услышать историю. Спасибо большое за стрим, нарисовал для тебя, пока смотрел. Блять, сталкер. Сталкер, Киранди, тень Чернобыля, тень вонючки, чистое небо за Припяти, аномалии, пикник на обочине. Ля... Киранди, ля... Не, ну вот это охуенно сделано, ля... Готика, ля... Вот это сделано качественно прям. Мое уважение. Это я, кстати, тоже сейчас выложу на... Этот самый, на отложечку. Через часик выложится. Так, ну и теперь можно обновлять страницу. Поди пиздец, у меня накидали еще 20 постов, блядь. Вообще вы меня не жалеете, ребят. Бубус гуляет со своим паучком. Ну, кстати, это я, но насчет паучка. А где у меня был паучок? Я бы хотел своего паучка иметь ручного. Именно домашний, большой, чтобы его выгуливать. Но тут я похож по прическе и бороде на Тихона из Алёши Поповича «Тугарин змей». Сука. Смотрите, вот как бы, да, нафотошопили, да, как бы прикольно. Я даже не знаю, на кого нафотошопили, но... Привет, это я, тот самый одноклассник, который ты наебал на диск с играми, помнишь? Мне еще в портфель насрали, верни, пожалуйста, диски, не во что играть. Вранье, его звали не Степан. А вот, кстати, тут скинули игры насчет «Помоги мне купить молоко». Ну, реально, я впервые слышу про эти игры.
Вот скинули, смотрите. Реально, я впервые про них слышу, у них так много отзывов. Обзоры крайне положительные, 4000. Почему я про это вообще не слышал? Я хочу трахнуть Никиту. Что, блядь? Ясно. Я чекну обязательно. ББ после того, как посмотрел всю предложку. После такого хочется просто выйти на улицу, подышать свежим воздухом и заебашить пару-тройку человек. После такого хочется просто выйти на улицу, подышать свежим воздухом и заебашить пару-тройку человек. Я приду за тобой. Спускайся сюда. Блять, я не помню, мы это смотрели или нет, но чел просто показал свои кроссы. Кучка шизиков начала их прихерачивать. Вообще ко всему и чат с этого дико ржет. А почему я инвалид, блять, в этой фотожабе? Монгольские мужские имена. Смотрите, ребята. Та-та-та-та. Тан-та-тан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 . Та-да-та-та-та-тан. Ой, блядь. О, еще рисунок. Лю. И меня везде рисуют с моих полосатых штанах. Вы понимаете то, что я свои полосатые штаны с того момента больше не надевал, когда я их показал? Вроде бы да, я их с того момента больше не надевал. Сейчас все время хожу в шортах. То есть, смотрите. Вот, я хожу в шортах. Сейчас. Вот, смотрите на меня. Вот. Вот, смотрите, мои шорты. Вот, видите, синие шорты с рисунком. Вот, да, вот так, чтобы было лучше видно. Видите? Нет, это не трусы. То есть, вот, видите, вот. Это не трусы, блядь. Я не сижу в труханах на стриме. Ля с вышкой. Я все понимаю, но что я присылаю не вовремя, но я сделал чизкейк. Красивый чизкейк. Ну и все, ребята, я думаю, тут вроде бы, наверное, больше ничего такого нет. Ну, по крайней мере, ничего такого, что можно было бы вам показать. Хорошего. Да? Все, ребята, на сегодня все. Большое спасибо сегодня всем за все. Большое спасибо вам за то, что сегодня смотрели. Следующий стрим, следующая наша задача, это скрафтить броню из титана. Полностью броню из титана и ёбнуть глаза-близнецы. Это задача нашего следующего стрима, ребята.